Трудная работа. Сейчас меня не могу вот это снаходеть сделать. Она быстро училась. Она хорошая сноха моя. Всю жизнь моя мама вместе, как она. Я тоже был вместе. Больше нету работы. Кушать тоже надо. Дети кормить надо. Мы пытаемся не забыть это ремесло. Я пошла со свекровью делать. Она все показала, рассказала. Было интересно, конечно. И удивительно. Когда речка увеличивается, тут мы ловим дрова. И потом тащим, сначала высушиваем и тащим туда, на спине. И потом эта вода проходит через этот песок и вытекает. И мы собираем оттуда эту воду. Она очень плотная, желтая, соленая очень сильно. И выпариваем его. И так образуется соль. Все трудно. И дрова тащить, и соль тащить, и выкапывать, вкапывать обратно. Ну, когда приходишь домой, ты чувствуешь, что ты весь соленый. Руки, губы, все соленое. И если пошел дождь, это все дождь портит. Это самое обидное. Стольких усилий, когда все портится. Сколько оно примерно варится по времени? Это, наверное, 3 часа, 2.5 часа. Когда соль сварилась, мы собираем всю эту корзину, тот старинный, и оставляем там сутки, ну, 2 сутки оставляем, чтобы весь, вся оставшаяся там влага, чтобы она вытекла оттуда. И заработок это, и увлекает все это. Вот так баночки мы продаем. Банка вот 200 рублей, вот знаете, как красиво все. Килограмм соли 400 рублей на данный момент стоит. В дальнейшем, я не знаю, может увеличиться цена. Есть, которые покупают там полмешка. Мешок нет, ну полмешка приблизительно так покупают. 10-20 банок есть. Попробуйте вообще. Она менее соленая, чем магазинная соль. Такая приятная на вкус. Технологии, надеюсь, до сюда не доберутся.